Ну и что? Ну вот это вот запись ваша? Жирного с хозяином автосалона. Не аудиозапись жирного химика. Не были санкционированы и должным образом оформлены. И значит, не могут быть уликами в суде. Или вы этого не знаете? Ну, Жирный у нас на крючке, мы с ним сотрудничаем. Да ты что? Ну, покажи мне подписку Жирного о сотрудничестве. И его показания по поводу происшествия. Ну, где? Нет, ну просто мы не успели должным образом оформить. Ну, устное это согласие. Ребят, ей-богу, вы меня удивляете. Устное согласие, должным образом. Вам бы на филологическом, литературном учиться. Дорогие мои, здесь милиция, и должно быть все по закону. Значит так, давайте. Срочно ищите Жирного. И берите у него все необходимые для следствия документы. Без них нам химику предъявлять нечего. Хорошо, я займусь этим. И еще. Оформите санкцию на эту видеокамеру в автосервисе, понятно? И аудиопрослушку в квартире химика. И не трогайте пока Жирного. Куда он от нас не денется? Давайте, давайте, работайте, деятели. Здравствуйте.